Михаил Васильевич, а хороша ли девица Муромская? Девица Муромская? Ух, влюбился бы. Да что вы с топольной печи ров-то искать? Лидия Петровна, вот я и утверждаю, что тирольская порода, она тем хороша, что она очень хорошая порода. И привесы дает отличные, и удойность молока значительно превышает, например, костромскую или вологодскую породу, которая по существу-то грязь. Вот. Вот за кого я Лидочку отдам. Человек он порядочный, степенный, умный. Так он Лидочке не нравится. Ничего, матушка, стерпится, слюбится. Ха, а уж и не знаю, кто вашего Нелькина-то стерпит. Чучело деревенское, зануда чугунная, магнетизм. Господи, вы бы его в свете поглядели, так, думаю, другое бы сказали. Как зверь какой, срамота одна. О, а вот ведь нынче-то... Непременно подхватит Лидочку вальсировать. Танцует-то плохо, того гляди, и ляпнется с ней со всего маху-то, ведь и срамит. Самим-то не ляпнется, со всего-то маху. А уж и не ляпнусь. А, то-то, матушка, не ляпнетесь. Не сесть бы в лужу, посереть-то высшего общества. А уж в лужу не сяду. То-то не сядете. А ловлю себя в деревне, как в герлоге торчать. Да, на мое торчание балики-то даете. А это ваша обязанность. Балы-то давать! Это ваш долг, сударь! Балы-то давать! У вас дочь, невеста! А-а-а! Зывать! Зывать! Сюда, да. Людей! Зывать! Ну, сюда! Вот. Сюда! Опять бежит свора тараторок, хлыщей прозлошатаек побродяг. Когда вам этот сброд никчемный дорог, мы с вами не столкуемся никак. Вы к светскому болтону непривычны, но кое-что про свет должны понять. У света знаю я один обычай. Обить, объесть, да ваш же насмех и поднять. Вам в захолустье вы только забиться, гнить на болоте недвижной колодой. Знаете же, сударь, что мне не девицу, нам уж никак не отдать без расходов. Что отец мой вольно вам беситься, пусть вас по-прежнему скаредность гложет. Позвольте, Лидия Петровна. Ой, ради бога, простите. Владимир Дмитриевич.
право, скомороха. Господи, батюшка, людей-то не смешили бы. Ой, Михаил Васильевич. Да? Ну как? Бель, шарман, манифик. Нравится. Простите, Михаил Васильевич. Прошу вас. Да чего же вы неловкий, Владимир Дмитриевич? Ну так это ведь вальс. А он, должен вам сказать, Лидия Петровна, происходит в постоянном верчении, что серьезному человеку против натуры. Ах, Анна Антоновна, кто не оценит вас? Кто не оценит воспитание, которое вы дали Лидии Петровне? Ой, Михаил Васильевич, а вот Петр-то Константинович все бронит меня. Это кто? Старик. Бог мой, да его понять надо и простить. Ведь он хозяин, а эти хозяева, кроме скотных дворов до удобрений, ведь ничего не видят. Батюшка, вот ведь правда-то. Нынче-то все утро только про навоз и говорили. Будто все разорились от того, что о навозе не хлопочут. Ну вот, вот, видите, какие понятия. Мазурку, я довольно прилично танцую. А мазурку я господину Кричинскому обещала. Как же так, Лидия Петровна? Обидно даже. Ведь мазурка обычно за мной была. Вы могли сказать Кричинскому, что уже ангажированы. Да с какой стати? Он так ловко танцует, а уж так обходителен и очень смешит между танцами дам. И что? Серьезный человек никогда не будет пустяками дам смешить. Ах, Анна Антоновна, ваш дом прекрасный дом. Одного в нем нет. Мужчины. Знаете, такого ловкого, светского, этакого комильфо, и дом ваш будет первый дом в городе. Я и сама так думаю. Тра-ля-ля-ля-лям, тра-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-лям, трали-вали. 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 Ах, Анна Антоновна, я долго жил в свете, я знаю жизнь, я знаю, какое счастье найти благовоспитанного человека, разделить с ним все. В ваших руках судьба моя, я прошу вас, дайте мне это счастье. Господи, каким же это образом? Я прошу руки вашей. Анна Антоновна. Анна Антоновна. Анна Антоновна, я прошу руки вашей племянницы, Лидии Петровны. Ой. Анна Антоновна, ау. Господи, господи, что же это? Счастье Лидочки для меня важнее всего. Я уверена, что она будет счастлива с вами. Как я вам благодарен. С Петром Константиновичем говорили? Еще нет. Его согласие необходимо. Да знаю, оно мне колом в горле стало. Господи, что такое вы говорите? Я говорю, родительское благословение – это камень, на котором все строится. Правда. Не зря советуют французы шершелопам, шершелопам. Михаил Васильевич, вы здесь? Лидия Петровна, я понял одно ужасное обстоятельство. Какое же? Я решительно не могу быть от вас далеке, и потому прошу оказать мне честь танцевать со мной следующий танец.